Для начала представьтесь и расскажите, что вы ждете от сегодняшнего вечера. Певица Букатара, всем здравствуйте. Безумно люблю творчество Лолиты. Ожидаю что-то невероятно красивое, сексуальное, трэшовое, потому что Лолита умеет удивлять нас всех своими какими-то неординарными образами, своей, не знаю, там, наглостью какой-то, но в пределах разумного, конечно. И я, как молодой артист, мне приятно увидеть ее в новом эпатажном образе с рэпером, потому что у нее еще никогда такого не было. И я пишу R&B поп-музыку, мне интересно, что же, как они сделали аранжировку, как они это покажут. И я просто ее саму очень люблю, и мне нравится, что она начала развиваться совершенно в другом направлении, то, что нравится нам, молодежи, сегодня. Безусловно, все ее песни хиты, но то, что нравится сегодня, в 2016 году, это немножко другая музыка. И это приятно, когда любимый артист начинает удивлять нас, тех людей, которые в караоке каждый там выходные поем ее песни, пошлю его, ну там, неважно, да, у нее все песни хиты. И я очень довольна, что я все-таки попала, и я буду поддерживать всеми силами ее в этом клипе. В клипе будет очень много эротических сцен. Как вы к этому относитесь? Знаете, ну, прекрасно отношусь. Я считаю, что эротика – это всегда очень красиво. Самое главное, чтобы не было какой-то, ну, чтобы была грань, чтобы это было красиво. И все-таки на улице уже весна, и нам не хватает немножко вот этого вот, вот эротики не хватает небольшой. Поэтому я думаю, что это будет классно. Спасибо большое.